Всему Чобокс. И сегодня мы с вами поиграем в игру «Уничтожение города». Да, посмотрите, у нас есть три оружия. Это такая вот бомба, которая взрывается. Лом. Ой, даже четыре оружия. Лом. Это пулялка вот такая вот. Ракетница. Вот. И молот. Молот очень крутой. Вот, посмотрите, вот эту штуку я могу разрушить сейчас. Я просто так делаю, она все падает. Итак, мы с вами заходим в город. Давайте начнем с центра. Там у нас больше всего домов находится. Вот, посмотрите. Центр здесь у нас находится. Ой-ой, какие зависания пошли. Так, вот центр. Давайте разрушим вот это мэрия или что такое. Вот, смотрите, что делает молот. Вот это они что-то делают. Вот это вот делают молот. Так. Вот, посмотрите, прям этаж разрушил почти первый. Так, дальше, давайте посмотрим. Теперь вот это. Просто двери выбило. А нет, не просто двери выбило, даже пол пробило целый. Нормально. Так, колонну снесет. Колонна не снесла, но стену снесла. Так, лом у нас что делает? Лом у нас, походу, ничего не делает. А бомба? Так. А, я умираю от этой бомбы. Вот это круто. Ай-яй-яй, какие зависания. Ну, вот это вообще круто, ребятки. Ой-ой-ой. Ну, вот посмотрите, что я сделал с этим, с этой мэрией. Давайте постреляем в окна. О, прям блоки стен выходят наружу. Класс. Ну, синенькая пулялка. Так, дальше у нас что тут? Дальше у нас тут театр. Ну, пошлите в этот театр. Здравствуйте всем. Извините, но я сделаю вот так. Вау. Как будто в невесомости все летает, посмотрите. Так, здравствуйте. Ой. Я упал за карту. Ну да. Когда я просто играл без видео, тут это частенько происходило. Так, давай. Продолжайся. Так, здесь у нас... Здесь у нас какой-то блок с кафе. Прощай, блок с кафе. Ой, дайте выйти, дайте выйти. И, кстати, если... А, я восстановил. Вот тут восстановить можно. Кстати, если пробить полностью этаж, то верхние этажи упадут вниз. Вот, посмотрите, сейчас я вам это покажу. Если, конечно, не выпаду опять из мира. Так. Вот-вот, посмотрите, верхние этажи бахают, падают прям. Это классно вообще. Так, такси пока. Вот это вот здание у нас. Довольно нормальное здание. Ну, прощай. Зданица. Давайте попробуем наверх забраться. Мы смогли наверх забраться с вами, офигеть. Лестница еще тогда не сломалась. Она еще не сломалась сейчас. Ну, короче, мы на второй этаж смогли забраться. Ну, посмотрите, что в этом городе прямо сейчас происходит. За месиво. Недостроенный дом. Угу. Давайте в кран выстрелим, что ли. Из этой пушечки. Кран. Вот он. Все упадет у нас. Что-то медленная какая-то стала. До этого побыстрее. Может, потому что сейчас куча зданий я тут разрушу, поэтому такая медленная. Ну давай же. Ладно, придется использовать молот. Бах, стены. Ой, извините, вот это здание. Ну и ладно, пусть ломается. Все, кран сейчас падает у нас. Огромный кран просто берет и падает вниз. Вот это здание у нас сейчас упадет.
Давай, давай, деревья все повыламывай. Падай вниз. Да, падает здание наше. Все. Вот, представьте, второй этаж уже вот здесь находится. И сейчас оно упадет вниз прямо. Вот сюда бабахнется. А чё я двигаюсь? А, на этой штуке это сейчас стоит. Так, давайте вот это здание теперь повыламываем. Так, бомбу я и не пострел, что она делает. Нужно отойти, чтобы пострелить тогда. Значит. Так. Так, у нас еще есть прыжок и скорость. Нифига себе, кусок отлетел отсюда. Так. Теперь мы полицию сами будем уничтожать. Давайте вот этой стекулялкой сначала. О, сейчас быстрее станет. А, нет. Мне так показалось. Ну что, стены порушишь? Угу, прорушает, я вижу. Но по-маленькому. Мне кажется, только буквы высыпали там все. На, вот теперь все падает. О, аэропортик. Аэропорты я люблю. Давайте посмотрим, что там находится сначала. Давайте скорость все сделаем. Что со скоростью? Эй, скорость. Ой-ой-ой, даже нарисовался. Сначала посмотрим, что там находится. Потом будем разрушать. Так, здесь зал выдачи багажа. Дальше. Тут у нас, как я понял, регистрация. Нет, не регистрация, проверка багажа. Чё ты пищишь? Я тебя сейчас сломаю. Хватит пищать. Уже две штуки пищат. Так, здесь кафе. Какие-то небольшие здесь, да. Столы, кафе. Дальше. Зал вылета. Да. Ну да. Тут у нас выходы. Ой. А, я думал, тут трапы. А, нифига, тут не трапы. Тут еще самолеты. Здесь у нас техническая зона. Угу. А можно отсюда как-то выйти? Можно выйти. А, вот здесь регистрация. На первом этаже. Бокс Эйр какой-то. Туалетики. Туалетики, ну нормально. Ну что, поехали. Нате. Круто. Все сразу почти упало. Ой, а как мне тогда теперь на второй забраться? Сможно это сделать? Да, это можно сделать. Че, пищалки? Я вас сейчас уничтожу. На! Пищи. Так я ж тебя уничтожу, что ты пищишь? А, все, перестал. Ой, в космосе все летает. На кафе тебе. Вау. Ребятушки. Ребятушки, пожалуйста, вытащите меня из этой пурги. Там тут даже не видно, куда летят. А нет, видно. Это просто картинка, поэтому эту картинку уничтожаем, потому что это фейковое табло. О, куда полетело все. Смотрите, прям синхронно сейчас было. Синхронно полет был. Так. Здесь на тебе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все уже бабахается просто. Вау, вы просто посмотрите, что тут за месиво такое. Вытащите меня отсюда. Здесь еще у нас не было ничего. Ну, сейчас я вам устрою. На. На тебе. Чё, выход на? Ой, куда полетела сразу скамеечка-то? Дайте выбраться. Так, тут у нас что такое? Так, за выдачей багажа ты ещё у нас там не ломался. Вот теперь всё. Басос, говорите. Ну, сейчас будет вам такой басос.
автобусы такие будут. Просто очень крутые автобусы. Так. Что здесь не разрушилось? Вау. Не надо мне. Только не надо мне, пожалуйста, падать вниз мира. Ну вот, в общем, что мы натворили с этим аэропортом. Давайте теперь вот эти буквы Robux International Airport. Все за это. Упадут пусть они. Вот просто что происходит с этим аэропортом бедным. Сейчас еще и сломается название. Давайте быстрее летите. Бах. Полетели вниз. Бах. Бах-бах-бах. Полетело. Все полетело вниз. Остаются только некоторые буквы. Ничего могу сказать. Нормальненько мы с вами потрюпывали аэропортик. Так, здесь у нас еще есть. Да. Второй этаж. Да. Вот здесь этажи. Да. А, кафешка-то еще не тронута. Просто стоит себе. Это ай-яй-яй, просто. Это я упустил. Дайте забраться. Ничего, сейчас тут сломаю всех. А, у меня же прыжок есть, ну ладно. Я уже забрался. Так, кафешечка. Думала, я тебя не трону. А нифига подобного, я всех вас убью. Ничего, вот чем мы натворили с аэропортом. Теперь мы с вами умираем. И идем в следующее место разрушать. Следующее место у нас будет... Пусть будет пригород. Так, тут у нас бургеры всякие, заправочки. Ну что, бокс-бургер на картошечку жареную тебе. Нифига, быстро упало. Это потому что... Быстро потому что тут ничего другого не сломано. И прям крыша упала в самый низ, на первый. Так, теперь магазинчик. Магазинчик, до тебя почти долетели. Долетели штуки, которые я запускал. Да. Полетело все, как в космосе. В невесомости. А чё, холодильник не тронул? Да. Вау, просто посмотрите, как меня откинуло. Так, там бассейн у нас находится. Так, заправочку сейчас. Заправочку обязательно сейчас мы с вами побэхнем. Чтобы упала крыша у нас. Все, крыша падает. Давай, крыша падает. Магазинчики. И все, пошлите к бассейну этому. Давайте пройти. Так, дом у нас еще тут живой есть. На дом. И бассейн. Посмотрим, что за бассейн. Просто так можно, походу, сюда зайти. Тут не настоящая вода. Так, мужская раздевалочка. А, это не раздевалка, это даже туалет. Но за то, что настоящая вода, да. Интересно, сам бассейн можно? Не, а нельзя. Ну, жалко. Даже уточку эту маленькую нельзя убить. Да, вот этот домик у нас на... О, второй этаж подлетает. Это одноэтажный у нас, малюсенький. Ну да, сейчас весь разрушишься тогда. Просто малюсенький. Вот второй этаж падает. Ай-яй-яй-яй, я внутри был сейчас только что. Почему я отлетел, если я просто стоял там на крыше? Очень странно, что все происходит у нас, ребятки. Очень-очень странно, но вся заправочка у нас упала, кроме магазина, который я почему-то не смог разрушить нормально. Сейчас мы это исправим. Заодно и грузовик бабахнули.
Все, все, на, сейчас ты разрушишься вниз. Это 100%. Все, крыша подлетает. Все подлетает прям далеко-далеко. И гудбай говорим. Так, магазинчик. Магазинчик вот этот побольше, давай. На. У нас тут все должно подлететь. Обязательно. И машинки все тоже должны порушиться. Сейчас мы стены разрушим, и упадет потолок. Давай, давай, быстрее разрушай, что так много стен тебе. Вон тот магазин уже весь упал. Ты никак не хочешь. Вот, все, все, сейчас будет падать у нас. Я не понял. А, нет, падает, падает, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока-пока.